С этим временем выходят онлайн-игры с крутой графикой, безумный геймплей, да еще и про танки. Так было, пока не вышла офигенная игра Armored Warfare, проект Аромата от студии Obsidian Entertainment. Здесь ты встретишь улетную графику на движке CryEngine 3, самую современную военную технику с возможностью модификации, а также, конечно же, эпичные PvP-повые сражения. К тому же игра еще и бесплатная. В общем, бегом регистрируйся и складывай врагов. Кстати, в игре можете найти меня под ником Кристаллито. Увидимся в бою. Всем привет, с вами Кристалл, мы наконец-таки продолжаем. Продолжаем играть в Cat Goes Fishing. Да, давненько мы в него не играли, но наконец-таки продолжаем. Да, так как вы меня просили, поиграй еще, то я играю еще, что ж мне еще остается делать. И цель у нас в прошлый раз была в том, чтобы я купил себе новый корабль. И мне сказали, что, мол, не покупай корабль за 120, купи сразу за 250. И я буду копить, наверное, на корабль за 250 тысяч. Думаю, это будет правильным решением, и сейчас будем сразу какую-нибудь дорогую рыбку ловить. Воу, с первого раза поймал, отлично. Мне тут подсказку даже воет, говорит, кидай ты эту, говорит, рыбу за корабль себе. Отличный совет, я бы никогда не додумался, скорее всего. Так, не, мне этих рыб не надо, мне только на экспу могут пригодиться. Вот грампера бы поймать, я бы не отказался. Так, давай. Ну, блин, все время этот грампер забавляет, что он какая-то рыба-самолет. Все время мне это кажется, я... Не понимаю, почему он так умеет плавно падать. Что это за магия такая, как вы думаете, а? Наверняка он с какого-то потустороннего мира. Так, ладно, бомбу возьму и ракету, и запыльну подальше. А тем временем, ребята, если вам нравится Cat Goes Fishing, не забывайте ставить лайки. Чем больше лайков, тем больше Cat Goes Fishing. Так как я по лайкам смотрю, насколько он вам нравится, насколько бы вы хотели его... Поэтому не забывайте ставить лайки. Если лайков будет мало, то Cat Goes Fishing я уже внимания особо на него обращать не буду, либо буду делать очень редко. Поэтому от ваших лайков зависит очень многое. Не жалейте ставить лайки. Да. Так, отлично, поймали кэтфин. Это довольно недешевая рыба, поэтому поимка у нас удачная. Да, главное только рыбу не вышвырнуть, какую-нибудь дорогую, как я это умею, как я это люблю, как я это практикую. Так, вижу там таджер финна, но... Блин, поймать его будет, наверное, очень трудно. Плюс у меня какой-то герджин надо поймать. Я даже забыл, кто такая герджина. Что это за рыба такая? У нас бигфиш. Вот это бигфиш, наверное, или бирфиш. Вот что это за буква такая странная? Беркерфиш какой-нибудь, не знаю, будет у меня и все. Тьфу, блин. Ай, ладно, в принципе, что, я сейчас поймаю что-нибудь подороже. Так, ракету, бомбу. Полет! Сейчас найдем что-нибудь классное, прекрасное. Пошел вон. Недоделанная рыбеха. Так, ух ты, еще один. Отлично! Улов сегодня прекрасный. Сказал бы так, чуть не порвал леску. Я уже немножко потерял свою хватку, так скажем. Нам немножко непривычно, но... Ничего. Думаю, я реабилитируюсь и буду спокойненько все ловить. Хотя закидывать рыбу себе за борт я стал даже лучше, по-моему. Потому что до этого я постоянно нервничал, что я ее не закину и так далее и тому подобное. Но этот раз что-то вроде как-то спокойненько так реагирую на все это дело. Так, надо будет Галину Бланку эту наловить, потому что она мне мешает. Хотя можно использовать бомбу, тогда убегут от меня эти танджерфины, или как они там называются. Так, давайте просто бомбу на этот раз. Пошел вон. Так, вам не трогать мою священную наживочку. Торджуон, ну ёпте, ловись давай! Да блин! Я бы мог торджуона поймать. Так, надо сразу выкинуть эту рыбу обратно. Давай, что это было сейчас? А, ладно. Ах, чертов грампер. Да сожри ты от него кусок уже, давай, все, отлично, теперь он тянет спокойно. Я уже начинаю забывать, как у меня горит в этой игре. Пока я отдыхал, у меня начало немножко потухать, видимо. И сейчас начинает оголяться снова обстановка. Вот прям так чувствуется. Так, не знаю, зачем я выкинул. Я пытался кинуть себя за борт, но, видимо, как только я задумался о том, что мне пригорает от этой игры, то игра сразу мне подала то, от чего мне обычно пригорает. Спасибо. Запах пукана разогревает меня. А, господи, что за бред мне в голову пришел. Так.
И опасно играть в эту игру. Такс. Ну давай, я эту квинфиш поймать хочу. Чё она не ловится? Я сейчас реально хочу какой-нибудь бабах устроить там. Все, пошли вон! На нахрен! Все. Ироды вы такие подводного мира. Тебе чё надо, Галина Бланка? Хреново. Что? Кто, блин, придумал назвать рыбу Галиной? Галюны вот какие-то, я не знаю, были бы того, кто Галиной назвал эту рыбу. Я бы ее назвал, блин, тварью. Я бы ее так назвал. О, я поймал тварь! Отличное название, можно патентовать идти. Так, отлично, я заработал 23 тысячи баксов за этот заход. И это очень круто, скажу я вам. Но надо будет целых 250 тысяч, это очень много. Я даже не знаю, еще Герджину надо поймать, блин, как она выглядит. У меня, по-моему, в списке ее не было, этой Герджины, или была? Надо посмотреть еще раз. Будет попонятнее. Либо радар купить, я не знаю. Напишите в комментариях, купить лодку лучше или радар. Я, по-моему, вас спрашивал, но уже подзабыл. Поэтому пишите в комментариях, лучше, что мне лучше сделать. Так, Герджина. Тут такой не вижу. Это огромная рыба? А, нет, ловил. Это же эта рыба. А, ну так-то, по идее, не трудно. Она где-то посередине здесь обитает в основном. Так, отлично. И отсюда, наверное, закину вместе с ракетой и с бомбой. Вроде должно бы хватить. Нет, я, правда, слишком далеко кинул, по-моему, но... Кого это волнует? Блин, это щука. А-а-а! Блин, чё она даже не противоположную сторону не тянется, а у нее... О, кепка. Та самая кепка. Можно было денежек заработать, наверное, с нее. Так, ну зато я стою прямо здесь. Я могу продавать эту рыбу тут же. Я, по идее, вообще могу с берега не уходить, потому что удочка очень далеко забрасывается. И прям хватает до самых-самых таких мест. Но если, черт побери, огромная рыба забирает мою наживку, то это не очень круто. Так, нам вот это надо. Ага, вот этот товарищ у нас есть. Так, бросаю. Как вот опять я это сделал? Как у меня получается иногда в небо закидывать? Нет, это не для... Ой, я чуть не порвал, пока горел. Маленькая рыбка ловится так же трудно, как и акула. Этот мир странный. Так, тут пока ничего не вижу. Наверное, радар бы мне мог здесь помочь. В поисках нужной мне рыбы. Самое главное, это 25 левел нам поднять. С 25 левела мы получим новые апгрейды. И, возможно, я смогу тогда что-то новое и клевое. Было бы очень здорово. Так, ну-ка, успокойся! Успокойся! Прими дозу успокоительного. Да, это всегда помогает. Все, спасибо. Я рад, что мои успокоительные лучи на тебя сработали, поэтому я тебя продаю. Так, блин, опыт как будто вообще не идет. Ну-ка, если я, кудельфишей ловлю, у меня вообще опыт идет? О, кстати, за кудельфишей даже идет опыт, чуть-чуть хотя бы. Я думаю, уже с этого момента у меня вообще даже ни капли не... Да че... Герджина, Герджина, Герджина! Из-за нее и так дофига денег дают, а если еще... Да отвали! Чертова рыба! Где все? Потрачено, блин. А-а-а! Тварь! Вот что это было? Все рыбы огромные такие плывут. Да, лови нас, лови. Потом такие, а хер тебе, и уплыли все. Аж плакать хочется, а? Да давай успокойся. Чертов грампер срывается у меня. Это то же самое, что кудельфиш, например, оторвался бы. Нет! Нет! Просто бомба! Вот такая! Хочу следующим апгрейдом бомбу, которая взрывает рыбу в мясо просто! Давай, жри, попробуй! Ну, хотя бы ее поймали. Иди сюда. Все. Пошла вон. Тебе за нее вообще много опыта дают? Никогда об этом не задумывался. Ща буду мелкую рыбу на экспу тратить. Так, хоп. Кстати, за кингфишей довольно неплохо опыта дают так-то. Хотя, или как она вообще? Как-то то много, как будто то мало дают.
или от скорости продажи у меня зависит. О, снова Георджина плывет. Ну толку от тебя, ты херова рыба. Тебя не поймаешь на такую. Вот если бы у меня была бы шапка, которая делала бы мои наживки сразу максимальной мощи, вот это была бы, понимая, тема. А ты что тут забыл? Лол, что эта рыба здесь забыла? В таких глубинах обычно не плавает даже. На, ешь. Держи свой приз. Так. Может, так себе закину? Ну, сейчас грампер другой вцепится, не? Или просто посидеть, подождать, или вперед потащить ее. Да че тебе надо-то, а? Он такой... И все в нее. Блин, я еще ее продал его случайно. На рефлексе. Все, жри. Кстати, я почти получил нужный левел. Еще немножко осталось. О, сераф, отлично. Иди сюда. Жираф, сераф. Не рвись ты. О, все, продали. Ломается еще, что-то ломается. Не сожрал бы ее только никто. То так далеко тащить, это чревато. Так, оп, нифига себе, за Данжерфина так много опыта дают. Жалко, они здесь не сделали, типа, знаете, когда получаешь этот, как его, рыбку ловишь, что не пишут экспу в циферках, например. Так было бы прикольнее. Я бы знал, например, какая самая там крутая рыба для экспы и тому подобное. Давай, корова, ловись. Я хочу экспу просто, поэтому ловлю всю рыбу, какая вообще есть. Ну и плюс я кидаю с берега, можно сразу продавать. Блин, как я медленно ее тащу. Чего эта рыба такая огромная и такая дешевая? Да потому что она тупая. А вы что думали? О, там Жерфин вижу. Получится ли его поймать? И да, должно получиться сейчас. Отличненько. Только никому не трогать мою рыбу. Стоит она дороже всех ваших жоп. Даже пол ее куска стоит дороже, чем вы. Так, надо 25 левел добить. Я уверен, что откроется что-то классное. Потрясное, прекрасное, волшебное, легендарное. Либо хрень какая-нибудь. Как, скорее всего, в моей жизни это бывает, скорее всего, как хрень. Но, может быть, хотя бы сейчас повезет. Обычно каждые 5 левелов логика преследовалась в этом, то... Так, там, черт побери, акула, и я бы не хотел сейчас развлекаться с акулой! Но он сейчас не сделает большую наживку. Тащи, тащи, тащи. О, спасибо. Так, а здесь, по-моему, ведь ничего на дне не ловится, да, такого? Вот только светящаяся рыбка, по-моему, его можно поймать. Не помню, сколько она стоит. Стоит ли она вообще чего-то? Не трогай ты, блин, рыбу мою! Я только нашел что-то, что я могу поймать, и он такой... Хер тебе, хер! Давай, ты. Все, поехали. Поехали, поехали, поехали в далекие края. Давай, 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 быстрее, 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 лишь бы никто не съел ее. Ух, нормально. Так, сколько ты стоишь? 5800! Нормалды! Я уже, кстати, на корабль мне хватает. Это тоже очень круто. Но я хочу купить все-таки за 250 или подождать, что вы мне там напишите в комментариях, какой мне лучше. Что мне, как мне и так далее купить лучше. Так. Офигенно забросил сейчас. Но не вижу, что можно поймать. Георджину вижу, но сами понимаете, что я не поймаю. Ох ты, шапочка какая была. Эх. Поймаю корову тогда, чё. Экспы как раз хватит сейчас на 25 левел. Правда, я не поймаю корову, потому что я просто не дотягиваюсь до нее. Ну ладно, сделаю так. Фу, блин, это недалеко было. Тоже не очень так-то. Мне, в принципе, здесь без разницы. Главное, нормальную рыбу по размеру поймать, и уже будет хорошо. Ух ты, прям Георжине в рот падаем. Давай, детка! Отлично! Сейчас еще квест выполним. Давай, 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 иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Хватит сопротивляться!
Из тебя получится вкусный суп, наверное, или что? Консерва, декорация. Отлично, 6500 плюс 3000. Ей! Купи бомбу задание. А что, новая удочка появилась, что ли? Апгрейд. Апгрейды новые! Так, ребятки, давайте посмотрим, что за новый апгрейд. Так. Стелс байт появилась и глиттер байт. По-моему, больше ничего не появилось, да? По-моему, нет. Так, Halfish more attacked for the lure, the stackable combination, attracted, repel upgrades. Ага, attracted, то есть больше внимания. А это? Halfish less... А, ну это больше и меньше, получается, внимания к моим рыбкам, видимо. Ну, понятно. Хорошо, но я ожидал какой-то помощнее апгрейда, честно говоря. Печаль! Ну ладно, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Больше лайков, больше серии по кэтгосфишингу. Также, если вы здесь впервые, рекомендую подписаться. Конечно же, тогда вы не пропустите больше подобных роликов. Да. Все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока. Всем хорошего настроения и не болейте, конечно же. Пока.